Лёва. Ни хрена себе подготовка к роли. Я не могу понять, что я Юрий. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. В киношной среде все про тебя говорят. Борисов — это новый Петров. Тебя это бесит? Нет. Ну, это не так же. Ну, наверное, просто так получилось, что в какой-то момент у Саши много чего вышло, да? Потом в какой-то момент у меня много чего вышло, да? И, наверное, поэтому люди это сравнили. Но сейчас пройдет время, и, наверное, люди понаблюдают и поймут, что мы разные люди все-таки. Что значит новый Петров? Что это? А Петров новый Козловский? Типа того. Так называют артиста, который очень востребован в амплуа главных мужских ролей. Короче, все это какая-то дребедень, на мой взгляд, потому что, может быть, в какой-то момент кто-то больше востребован, меньше востребован. Толку как бы от этого нет. То есть толк не от этого, а от того, что потом остается после всего этого. Потому что, у большинства фильмов, я за себя буду говорить, в которых я снимаюсь, это как бы не получившиеся фильмы. Потому что, как бы, чтобы что-то получилось, должны как бы звезды сойтись. И поэтому вот эта типа секундная популярность какая-то, мнимая, да, она реально очень мнимая, и не стоит на нее вообще никому ориентироваться. Вот так. Как бы из уважения к тем людям, которые делали те фильмы, в которых я принимал участие, они все по-своему крутые. Но как бы я за свою работу ни за одну не могу сказать, что вот это как бы что-то получилось. Потому что как бы мне все время кажется, без лукавства, что ничего не получилось, и как бы нужно все менять и что-то делать. Почему Юра Борисов, а не Юрий? Ну, не знаю. Мне кажется, что это мой внутренний какой-то протест против «вы». Я только сейчас как бы понимаю ценность общения на «вы». Начинаю понимать. Ну, просто в детстве бабушка... Я не знаю, как было у тебя в семье, но у меня в семье родители называли родителей... Ну, то есть мама называла папиных родителей, а папа маминых родителей по имени и отчеству. И на «вы». И на «вы», да. Ну. И в любви в этом не ощущалось. В этом как бы ощущалось барьер такой огромный. И в школе тоже, да, вот это все общение с учителями на «вы». В этом не уважение формулировалось у меня внутри, формировалось, а как бы какой-то барьер. Дистанция. Ну, дистанция, да. Причем искусственная такая. И поэтому мне все время хотелось как бы людей называть на «ты», и хотелось, чтобы меня люди называли на «ты», чтобы как бы избежать этого как раз барьера. Ты как... поэтому просишь называть тебя в титрах Юра? Ну, отчасти, наверное, да. Но есть еще министр Юрий Борисов. Знаешь? Однажды я давал интервью к выходу «Вторжения», и внизу шла бегущая строка. Значит, было написано «Юрий Борисов» там про меня, и снизу шла бегущая строка «Юрий Борисов провел переговоры в Венесуэле», и так далее. Наверное, там как-то автоматически просто, как-то сработало. И, я понял, что, как бы, наверное, там эти как-то все путается, и подумал, что я, наверное, буду Юрой Борисовым. Слушай, я называю на «вы», но там любовь. Особенно к теще. Особенно Ирина Ксения. Подхалим. Не-не-не-не-не-не. Теща, любовь, если бы ты увидел, это просто супер. В общем, домашняя радость. Я понял. Я, пройдя как бы через какой-то период времени, я понял, что на самом деле дело-то не в этом. Неважно, как ты человека называешь. И это очень восхитительно называть людей на «вы». Потому что, в этом может быть еще большая любовь, чем как бы когда люди тыкают друг другу и так далее. Вот, но для этого потребовалось время. Меня очень печалит тот факт, что как бы персонажи, которых я буду играть, они будут, если это не будет парик, то они будут как бы лысеть.
Да. И как бы это не многогранно, как бы, да, то есть, хотя, ну, с другой стороны, круто, да, где-то можно будет там, ну, что-то с этим проэкспериментировать. Но, конечно, наверное, нужно придумать, найти человека, который может делать крутые парики, и вместе с ним, я в какой-то момент даже думал о том, чтобы удалить зубы и сделать, ну, я думал, что можно сделать вот эти штыри и на них, ну, как бы достаточно быстро менять, ну, вставлять новые зубы. Потому... А, в смысле, разного качества? Разного, да, но... Гнилой, кривой, ну, не обязательно золотой. Гнилой, кривой, просто не, ну, не так радикально, просто какие-то там побольше, поменьше, покривше, побелее, пожелтее. Чтобы даже в этом отличаться? Ну, как бы это очень сильно, челюсть очень сильно меняет человека. Конечно. Просто если у тебя один зуб, ну, как бы чуть откололся или выпал, это как бы уже что-то меняет и в твоем ощущении, как бы, себя, и во внешне. Ну, и то же самое с париками и со всем остальным, с пластикой. Еще раз, то есть ты так запаривался, чтобы быть разным в кино, что думал о том, чтобы зубы на штыри временные ставить? Да, но я понял, что этого нельзя делать. Я вот сейчас, мы снимали фильм с финским режиссером, и я думал удалить зуб для него, чтобы как бы плевать через дырку, и, ну, как бы, чтобы такое было... Потому что я встречал, да-да, вот это вот, когда вот как бы нет. Это распространенная зуба. История, это да. Это супер, вот, это один из типичных русских, как бы, пацанов, вот, как бы, без зуба, который плюет через эту дырку. Ага. Вот, как бы, я таких встречал просто очень много, и это всегда очень узнаваемо, и, ну, по правде. Я хотел, чтобы была дырка, и начал узнавать, как я могу его убрать, потом вставить новый, и понял, что это настолько оказалось сложно, я думал, что это гораздо проще. Ага. Вот, поэтому идея с зубами как-то пока, короче, умерла во мне. Вот. Но идея с париками, да, надо найти будет человека, который будет, может делать крутые парики, чтобы их все время делать. Благодаря этому интервью я наконец-то посмотрел фильм «Хрусталь». Парень у тебя есть? Я не хочу никаких strong connections. Чего? У тебя там роль торчка. Роль человека, который рейвует в 90-е и который при этом еще ширяется. Понимал, что нужно как бы как-то это будет играть, а как это играть, я особо как бы не понимаю. Пытался понять, какой наркотик у него, ну, то есть как, на чем он сидит. Мы с Дашей это обсуждали, пытались понять. Я спрашивал у друзей из 90-х, кто на чем сидел, какие были наркотики. И, в общем, в результате подумал, что из всех рассказов самый подходящий — это винт. И что он весь, ну, как бы весь фильм, вот, который мы видим, он сидит в на марафоне, на винте. Ага. Вот. Ну, я подумал, ну, то есть, естественно, винт я нигде достать не мог. Я достал амфетамин и понимал, ну, то есть, я этого очень не хотел делать, но я пошел в клуб, понюхал там амфетамин и всю ночь там колбасился и запоминал, как, ну, что я чувствую. Ну, ни хрена себе подготовка к роли. Да. Ну, я не хочу играть наркоманов больше, если честно. Ну, это должен быть супер частный случай для... Потому что это такая темнота, ну, то есть такого... Ну, то есть для меня, по крайней мере. В которую я даже залазить не хочу. Слушай, а как режиссер реагировала? Она тебя отговаривала, когда ты узнал, что так будешь готовиться? Или... Я не говорил ей. То, что я там играл, я играл, ну, как бы, какие-то свои ощущения от... Той ночи? Ну да, да. Но не винт. Потому что винт я не могу попробовать и не буду пробовать. Это грязный, очень сильный наркотик, которого не нужно пробовать. Вот. Но тем не менее, как бы мне нужно было понимать, как я могу это играть. Mm-hmm. То есть, конечно, там, ну, то есть, сейчас я пытаюсь это уже через видосы делать, потому что понимаю, что, как бы, наверное, так глубоко-то и не стоит. Но когда я играл, я был трезвый. Ну, то есть, я больше того, я постился в тот момент. Ну, то есть, я ничего не. Это было, ну, очень стрёмно и сложно трезвым играть все вот это. Я капал капли. Такие капли для исследования, когда ты идешь к глазному, если этот глазной дно... Зрачок, дно, чтобы расширился. Да, чтобы расширился значок. Я вот капал их, чтобы расширился зрачок, и вот такие были болты. Ну, они у меня там вот такие. Офигеть. Да, это прикольно получилось.
Ну, вы помните, зимой, когда самолеты летали в самые разные страны, мы гоняли в Колумбию, чтобы увидеть, как растет кофе и как работает настоящая кофейная плантация. Сейчас мы в Ижевске, чтобы увидеть, как можно развивать кофейную культуру и строить кофейный бизнес там, где этого меньше всего ожидаешь. Мы в гостях у Tasty Coffee. Они уже больше 10 лет обжаривают профессиональный кофе, а сейчас еще и развивают интернет-магазин с доставкой до двери. Началось все с того, что ребята просто стали интересоваться кофе, а потом это увлечение переросло в полноценный бизнес. На данный момент они одни из самых крупных обжарщиков кофе для кофеен и ресторанов в России. Сейчас посмотрим, как все это работает. Здесь какая-то фиговая туча мешков. Вот они все из Эфиопии, Колумбии, Гватемалы. Они оттуда летели сюда. Здесь сыро. Потому что идеальные условия как раз для хранения кофе — это 55-60% влажности и 16-18 градусов тепла. Зеленый кофе растет в большинстве стран мира один раз в год. То есть наша задача, когда мы его привезли в Россию, положили на склад. Растянуть. Да, чтобы свежесть этого зеленого кофе сохранилась максимально долго. А мне кажется, или он какой-то мелкий? Во время обжарки кофе еще набирает примерно там в полтора раз увеличивается в размере. Жалко, только с кофе так происходит. Берется 200 грамм кофе, приносится в лабораторию, жарится на маленьком сэмпл-ростере. Затем на вот этом столе делается каппинг. Каппинг — это процесс дегустации кофе. То есть описывается кислотность, плотность, тело, дескрипторы, обставляется оценка и заносится в специальную таблицу. У тебя в офисе где-то сидят пацаны и девчонки, работа которых просто пить кофе. В целом мы этим занимаемся. То есть мы ищем кофе, оцениваем его, говорим, окей, он не окей, достаточно ли он хорош для того, чтобы мы его хотели продать. Затем мы его покупаем, делаем так, чтобы он стал как минимум не хуже, а может быть и лучше. Да. И потом продаем. Если вы понимаете разницу между Колумбией и Эфиопией и разными обработками зерна, или просто любите дома готовить вкусный кофе, вот несколько причин, почему его стоит заказывать в Tasty Coffee. Современное производство. Вы все только что видели сами. Обжарка в день отправки заказа, бесплатная доставка через один день по Москве, через 3-4 дня по Центральной России. То есть, если вы живете в Нижнем Новгороде, Костроме, Воронеже и в понедельник заказываете кофе, в четверг-пятницу он уже будет у вас. Если вдруг что-то не понравилось, есть гарантия возврата денег или обмена кофе на другой. И все вопросы оперативно решаются даже в выходные. Ныряем по ссылке в описании и заказываем правильный кофе. По промокоду «Вдуть» скидка 15%. Секунду, секунду. Вот. Это в Крылатском, что ли? Это, да. Смотри, 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 смотри. Смотри, как войдет, смотри, как войдет. А подожди, а за что это он зацепился? Это не... Мы повесили веревку с моста с ручкой, тебя Катя разгоняет, ты хватаешься за нее, тебе появляется большой маятник, и ты... А вот двойное сальто, это просто пиздец. Серега все яйца обжег себе, но... Алексей Щербаков, я вызываю тебя на батл. Это не видеоблог. Смотри, двойное. Я не уверен, что Серега подтянуться может три раза, а смотри, что он делает, блин, с сальтухой. Ну ты же вот так на это, на пузо пришел, да? Прям ебать хочешь. Ох, и мы прыгали, короче, в Крыму прошлым летом со скалы, ну я не знаю сколько там, ну этаж вот, наверное, третий. И, в общем, я с первый раз прыгнул... Третий? У меня, короче, трусы, ну, плавки полностью ушли внутрь, я не знаю, мне кажется, они в кишки попали. Это было очень больно, потом... Ну, я втукнулся ртом, потому что от страха рот открываешь, когда, ну, как бы летишь с большой высоты. Я как-то его, ну, не, в общем, я не собрался. А, я вниз смотрел еще, короче. Потом второй раз я еще больше как-то... А, нет, да, вот первый раз я отбил лицо еще, потому что я смотрел вниз вот так вот и вошел лицом, короче, в воду. Ну, меня, в общем, отсандалило круто. Потом я думаю, сейчас надо сделать работу над ошибками, еще раз прыгнуть. Прыгаю, короче, вот так. Говорят, прыгай как лифт. Ну, короче, вот так вот. Ну, смотри вперед, сожми челюсть. Я как бы делаю, прыгаю. У меня челюсть чуть-чуть открывается, стукаются зубы друг об друга. И откалываю зуб. Что, здесь кусочек зуба. Ну, короче, я тоже люблю просто прыгать и что-нибудь делать такое с водой вообще особенно.
пацаны. Надеюсь, я смогу как-нибудь вам соответствовать. Когда мы сидели на крыше и уже выключили камеры, к сожалению, в этот момент, Юрец, продолжая свою мысль о том, что он там любит прыгать, испытывать себя, он сказал: «О, а я же в Нальчике снимаюсь. Так давайте мы того там просто сиганем откуда-нибудь». Когда я последний раз прилетал в Нальчик год назад, ты не представляешь, как я хотел сюда, потому что я обожаю хычины, лимонад, теперь и люля. В общем, я думаю, что будут классные люди, классное место, классные горы, очень вкусная еда. Я лечу с отличным настроением. Вчера я летел с очень мутным настроением, потому что я всю последнюю неделю представляю, как я вот выхожу к этому обрыву. И не могу это сделать. И не могу. Я очень боюсь высоты. Высота – мой самый большой страх. Ну смотри, ну ты же понимаешь, что, ну то есть, если ты туда выйдешь, ты уже прыгнешь. Ну, ты же не можешь как бы выйти и сказать, что, нет? Да ладно, да не может быть так. А ты прыгал? Нет. Ну, я себе так представляю. По учебникам это, да, представляешь? Не, ну когда все время, когда ну, что-то страшное делаешь. Ну в целом я вроде выдавил из себя все лишнее сегодня с утра. Да, нет, то, что лишнее придет, это точно вообще, да? Абсолютно. Да, лишнее почему-то приходит. Бэш. Когда выходишь на сцену, все время... Ну, у меня, по крайней мере, так, типа, перед тем, как выйти на сцену, у тебя как бы вдруг резко хочется в туалет. Если ты сбегал быстро и вернулся, то тебе все равно продолжает хотеться в туалет, причем ты там ничего не сделал. Циркуляр, да, идет? Ну, как бы, да, и оно никуда не исчезает, пока как бы ты не это... Что-то как-то не привыкнешь. Друзья, главное, что вы не видите, это рожи Серег. Вы в курсе, что Сереги, они из группировки роуп-джамперов, они откуда только не прыгали, разве что из космоса они еще не сигали вниз. И они просто счастливы увидеть вот этот мой страх и позор. Поэтому... Ну, я буду с тобой, мне будет так же страшно. Ну что, поехали? Не, на самом деле, поехали. Поехали. Мне кажется, он тебя сейчас спинтер заговорит. В прошлом году фильм «Бык», в котором ты сыграл главную роль, стал лучшим фильмом «Кинотавра». Тебе понравился фильм? Да. Не было ли у тебя ощущения, когда ты смотрел, что это вот взяли «Брат один», «Бригаду», «Бумер», раскололи их на кусочки и просто собрали еще один фильм? Не было ли у тебя ощущения вторичности, когда ты смотрел? Абсолютно. Ну, вот все, что ты говоришь, вот это все и было, только как бы мне было от этого кайфово, потому что я люблю и «Брата», и «Бригаду», и «Бумера», и как бы все эти «Б». Вот. Ну, то есть мне хотелось что-то сделать на эту тему, чтобы как-то быть причастным к тому, что там происходило, потому что я вырос на этих фильмах, и, ну, то есть мне хотелось про это что-то сделать. Я не думаю, что это вторично. Вот сейчас не буду сыпать умными фразами. Вот я тебе рассказывал про подкаст «История кино», кстати. Это очень крутой подкаст Антона Долина. Антона Долина, да, который можно, если кому-то будет интересно послушать о том, как развивалось кино с момента его создания, можете послушать этот подкаст. Там максимально просто все они рассказывают. Так вот, и был такой период постмодернизма, это тогда, когда люди все, ну, как бы цитировали... Классику. Ну, как бы, да, цитировали цитаты цитировавших цитаты и так далее, как бы, да, и на самом деле это все продолжается, и «Бык» в этом смысле, он, естественно, цитирует все, что было, с молодыми ребятами, ну, то есть все, что там происходит, то есть я очень от многих людей слышал то, что как бы это неправда, это, типа, рафинировано, то есть то, что там происходит, то есть, ну, типа, герои разговаривают не как в 90-е, что это, как бы, не 90-е на самом деле. И это действительно так, потому что, ну, как бы, мы все не из 90-х, то есть мы выросли на 90-х, да, но это наше какое-то полуромантическое представление о 90-х, и... Ну, это такое переосмысление, типа, нами, которые застали его детьми, выраженное вот в этом фильме. Естественно, оно цитирует все, что это, но нельзя говорить, что это вторично, потому что в этом есть, энергия Борина в первую очередь, вот так вот. Потому что, типа, говорят, что это вторично, мне кажется, что это как бы оскорбительно. Обсуждая «Бык», я не раз слышал, у Борисова там
прямо бодровские интонации. А, согласен с этим? Да, я их делал. Расскажи, почему. Ну, потому что это была, ну, то есть для меня Бодров был, ну, не то чтобы кумиром, я не верю в кумиров, а таким очень важным человеком. Кстати, именно человеком, не актером, не его роль там, да, была важна, а каким-то, ну, именно он как человек был очень важен. Вот, ну и, естественно, как бы фильм «Брат», да, и один, и второй. Вот, и мне хотелось сделать такой же голос, как у него был там. Ну, я вообще часто за внешним гонюсь. Может быть, сейчас уже меньше, но мне как бы интересно что-то внешнее искать у персонажей в своих смысле. И я делал вот так. Перед кадром. Для того, чтобы у меня вот такой вот голос был потом в кадре. И вот так потом там разговаривал. Офигеть. Ты намеренно цитировал, по сути? Да. Но это к вопросу о вторичности. Я как бы намеренно делал закос под Бодрова, если можно так сказать. Потому что мне он не под Бодрова, а конкретно здесь под Данилу Багрова. Потому что как бы мне он нравился, и мне хотелось, чтобы мой персонаж его цитировал. Мы поймали тебя здесь, вот в этих прекрасных местах, потому что ты снимаешься в кино у нашего кореша Вовчика Битокова. Почему ты выбрал этот фильм у режиссера, который там, все еще начинающий? Потому что он клевый. Ты с чего взял? Ну, а ты что, со мной не согласен? Что я слышал? Я слышал, что прошлогодний кинотавр, ты встречаешь Кантемира и Вовчика, подходишь и говоришь: «Пацаны, вы такие клевые!» И сзади тебя жена хлопает по плечу и говорит: «Юр, ты же ни одного фильма у них не видел». И ты говоришь: «Да ладно, я их зато у тебя видел! Вот такие пацаны!» Это правильный пересказ истории? Да, 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 это правда было так. Потому что я посмотрел ваш выпуск, но я в этот момент еще не посмотрел ни «Тесноту», ни «Реки», ни «Дылду». Ну, как так сложилось? Просто по выпуску было видно, что это суперкрутые, открытые ребята. Я считаю, ну, то есть, как бы, что они надежда нашего кино. В том смысле, что они чистые, открытые, честные. И при этом имеющие дорогу, путь и возможности, как бы, высказываться и что-то делать. Сюжет про то, что у женщины частная ЧВК, в Сирии у женщины погибает сын. Да. А она хочет придать это публичности, а ее пытаются заткнуть, потому что какие-то чинуши приезжают в ее маленький провинциальный город. Да. И там появляешься ты, как, чтобы не спойлерить, неважно кто. А, такой опасный сюжет, опасное высказывание. Ну, как бы оно имеет смысл. Мне кажется, опасное, не опасное. Что-то как-то жизнь короткая, и ты лучше меня знаешь, что если как бы что-то не говорить и не делать, то все это превращается в какую-то каку. А, в смысле жизнь? Ну, жизнь, да, и вообще все. Потому что должен же быть хоть какой-то смысл в чем-то вообще. Я очень много всего сделал бессмысленного, ну, в своей жизни, в том числе в кино. Я бы не хотел продолжать. Чем у тебя родители занимаются? Моя мама риэлтор. Папа электрик, сантехник. О. Всемогущий человек. Вообще, мой папа, он учился в медицинском, не доучился год и бросил. Потом работал в школе сначала учителем физкультуры, потом учителем труда. Потом, когда он был учителем труда, пришли 90-е. И спустя какое-то время он ушел из школы, родился я, он ушел из школы, и они через какое-то время начали торговать на черкизовском рынке. Сначала одеждой, и не на рынке, потом на рынке, домашними цветами. И, собственно, поднялись на домашних цветах. На вот этих всех фикусах и дифербахиях? Именно. И китайских розах? Да. Они их продавали и заработали себе на квартиру. В Реутове? Да, да, да. Получили возможность дальше. Я получил возможность дальше благодаря домашним цветам на Черкизе.
развиваться. И я сижу здесь, потому что они тогда торговали этими цветами на Черкизоне. На какой букве они торговали? Я не помню. Ну, мне кажется, что у них ни в одном месте был контейнер. Но все вещи все время были оттуда. Ну, одежда, обувь, все остальное. Торговаться я там учился. И ты вот так же, как... Я просто тоже все детство одевался на Черкизоне, я рядом жил. И одно из моих воспоминаний — это когда ты мерил обувь. Вот примерно в таких носках я это делал. Вот, ты меряешь обувь и на картоночке переодеваешься, а холодно. Да, да, да. И ты это делаешь. Да. И вот эти тупые кеды, которые... То есть, естественно, хотелось какие-то конверсы. Я как бы домысливал, что это конверсы, но у них была совсем другая форма, и я думал, блин, как же ее изменить, что ли, или, ну, чтобы это было похоже на конверсы, которые сразу отклеивались. Они стоили 100 рублей, я вот помню прям точно, 100 рублей. Ну и все, ну и вся одежда, естественно, которая как бы очень хочется другую, а она вот такая, и как бы ну, других вариантов нет. А другой тоже ты особо и не видишь, потому что все, в принципе, в это одеваются. У тебя родители вместе по-прежнему? Да. Ты уже обеспечиваешь родителей? Нет. Не обеспечиваю. Да, ну, я мечтал бы это делать, но, к сожалению, пока мне совсем не хватает на то, чтобы их обеспечивать. К счастью, они обеспечивают себя сами, и еще и брата моего обеспечивают. Ну, у меня мечта купить там родителям дом, машину, потому что они купили когда-то нам квартиру. Вот. И... Квартира в центре, где, над которой мы снимали, это их? Да. Ого. Ну, это наша. Они просто нам ее подарили. Мама это будет смотреть и очень переживать за то, что люди узнают о том, что она подарила мне квартиру, потому что ее силами она была заработана. Вот. Но я хочу об этом сказать, потому что опять же, тем, что я делаю, я как бы обязан ей, потому что я все это время не думал о деньгах, о том, как бы заработать больше денег для того, чтобы моя семья где-то жила, а думал о том, как бы, какой путь найти и что как бы можно было бы нести людям, и что можно было бы... Ну, то есть совсем о других вещах, но не о деньгах. И я как бы это было благодаря ей, потому что я такие тепличные условия она создала нам, уже даже моей семье. Вот. Ну, естественно, как бы свою семью обеспечиваю, да, но на них у меня, на родителей у меня пока не хватает. Хотя есть мечта, чтобы это когда-то случилось. Но я, если честно, очень призрачно в нее уже сейчас верю. Призрачно? Да. Почему? Ну, потому что что-то как-то в России я не вижу, какими путями можно зарабатывать много денег, будучи актером. Так, Юрец. Твой съемочный день... Мы подобрались к этому вопросу. Ирец, твой съемочный день стоит около 200 тысяч рублей. Почему? Нет. Сколько стоит твой съемочный день? Ну, мой съемочный день стоит, в идеале там 150, но, ну, то есть это всегда просто, когда идет речь об проектах, на которых нет денег, ты понимаешь, что как бы ты можешь взять от проекта 3 миллиона, а можешь полтора, например, да? Так. И если полтора там останется, то на эти полтора можно будет сделать какой-то взрыв, например, или... Ну, типа, проект будет заметнее, а ты гонорар возьмешь поменьше. Да. Ага. Ну, естественно, как бы ты берешь меньше, потому что вы в глаза с режиссером друг к другу смотрите и понимаете, что, ну, окей, пока эти деньги лучше остаются как бы на дело. Извини, что я сейчас прям прямыми подсчетами начну заниматься, но смотри, у тебя в год выходит сейчас от 5 до 10 фильмов. Фильмов, сериалов, все остальное. Допустим, в среднем в каждом из них ты получаешь 1,5-2 миллиона рублей. Это по нижней грани. Ну, допустим, да. Ну, типа 20 миллионов рублей мало разве? Я не зарабатываю 20 миллионов в год. Я за тот год заработал... в лучшем случае 8, а может быть и меньше. Ну, то есть я никогда их не считал, потому что они приходят, сразу уходят. Ну, потому что как бы семья, и это непрогнозируемая вещь, как бы у кого-то сопли,
кто-то там еще какая-то, ну, то есть то кто-то заболел, то что-то нужно куда-то уехать. И это как бы сотнями уходит, ну, будучи в Москве там, да. Угу. И, ну, вот все, что за тот год произошло, тот год был самым прибыльным в моей жизни. Я купил машину новую. Вот. Это как бы максимум, который случился у меня в жизни. Ну, ты же понимаешь, что актеры, которые тоже много снимаются, которые звезды, они, ну, их зарабатывать $1 миллион в год, будучи Александром Петровым, вполне реально. Это 60 миллионов, да? 70. 70 уже, да. 70 миллионов. Ну, да, наверное, но это нужно в рекламах сниматься. Ага. Я бы, ну, не хотел бы. Серьезно? Ну да. Че, ты не готов рекламировать там Samsung в МТСе или что-то? Ну, че? Понимаешь, как бы тут сейчас я не могу сейчас ответить на этот вопрос, типа сказать, что не, я не готов. И как бы через месяц тан-тан-тан-тан-тан. Ну, как бы никто не знает, как сложится жизнь, но честно, я максимально бы не хотел сниматься в рекламе. Есть рекламы типа вот Кензо, да, где девчонка танцует. Ну, всякие рекламы. Ага. Есть такой даже фестиваль, забыл, как он называется. Каннские львы. Каннские львы. Куда едет крутая реклама. Но, опять же, там люди, идя туда, ну, я не знаю, как там устроены гонорары в этих рекламах, но есть ощущение, что люди хотят сняться в этой рекламе. Ага. Не за гонорар, а потому что это крутой продукт. И так всегда с хорошим кино. Чем как бы круче кино с точки зрения искусства, тем меньше там платят, потому что люди туда и так пойдут, ну, как бы за идею, потому что она очень крутая, и в этом есть смысл. И я все время, естественно, ищу там, ну, такие проекты, и на них как бы соглашаюсь. И в результате получается, что как бы ставка-то у меня такая, но в результате я получаю там, ну, сейчас у меня там, типа, 200-300 тысяч. Ну, просто у меня сейчас есть на карте 200-300 тысяч. Как ты познакомился со своей женой? В институте. Ну, на поступлении вообще я с ней познакомился. Когда мы поступали в институт. То есть поступление — это когда люди ходят и поступают во все театральные институты там в Москве. Ты чаще всего. В 5 поступал? Да, в 5. То есть во все? Можем их перечислить, вдруг кто-то захочет поступать. Давай. В «Щуку», в «Щепку», во «ВГИК», в «ГИТИС» и в «АМХАТ». И вот в этой миграции по Москве ты пересекся с Аней? Я пересекся с ней как раз в «Щепке». И пересекся, когда мы были там, ну, типа, на прослушивании или на первом туре. Ага. Я ее первый раз увидел. И сразу любовь? Нет. Ну, это был такой период сумасшедшей жизни, поступления. Я себя даже не помню. Не то, что... Ну, то есть я... супер эгоистичный, который продолжается период жизни, когда ты как бы... Я как бы как петух носился по всем как бы окрестностям институтов, чтобы меня заметили и взяли как бы учиться. Я поступил, мне было 16, а ей 18. И в тот период жизни это катастрофа. Ну, то есть катастрофичная разница в возрасте. Ну, то есть я, который... бегаю, ору везде, и она как бы 18-летняя девушка, у которой все в порядке. Ну, как бы непонятно, почему она должна была на меня обратить внимание. А я не понимал, как мне сделать так, чтобы она на меня обратила внимание, кроме как... вот как-то так. Ну, как бы понимал, что все это не работает, и расстраивался, и думал, что она плохая, короче. Что... Да. Ну, а потом постепенно мы росли, все как-то потихоньку менялось, и способы ухаживания трансформировались во мне, и постепенно к концу 4-го курса мы начали встречаться. Самое необычное свидание, которое ты устраивал? Или самый необычный жест ухаживания? Понимаешь, они были очень дурацкие, так как я не знал, как это сделать. Я ей там просовывал, у меня был какой-то белый галстук, я на нем что-то писал ручкой и просовывал ей под дверь в общаге. Мы жили в соседних комнатах. Перелезал там из своего окна в ее окно. Ну, то есть как перелезал? Я вылезал из своего окна, лез вот так вот по стене в ее окно, стучался. Она как бы смотрела в окно на меня, как на придурка. Ну, реально, как на придурка. И не открывала. Я, ну, как бы лез обратно. И, ну, как бы вот такие односторонние ухаживания были, там, какие-то сырки я ей покупал. Глазированные? Да. Ну, всякие вот такие. Не, это может растопить, кроме шуток.
Я несколько раз делал. И еще, ну, то есть я во внутреннем диалоге с ней все время был на тему того, что вот сейчас я тебе покупаю сырки, а потом перестану, и ты узнаешь, что значит жить без меня. Вот так вот я в голове строил план себе. И он сработал. Не, это очень жизненно. На сырках, на сырках психологию влюбленного ты объяснил сейчас. Ну да. Нет, конечно, там помимо сырков много чего еще было, каких-то разных вещей. Я пытался катать ее на машине, но она не садилась со мной за машину. Я купил машину, когда мне исполнилось 18 лет. Ну, с какого-то там гонорара своего. Я пытался все время ее покатать, но она не хотела со мной садиться, потому что думала, что, наверное, я ее разобью или еще что-нибудь. И получалось вообще дурацки. Я типа крутой парень на машине, а она со мной в нее не садится. Потому что мне 18, а ей уже 20. И она уже дальше еще как бы выросла. А я опять не догнал. Вот. Но потом постепенно, когда мне было 20, ей 22, мы уже как-то уравнялись в позициях. У вас две дочери. Ты говорил, что это осознанное решение было. Но при этом у вас же были тогда совсем туманные перспективы. То есть вы жили в общаге? Мы жили в общаге, мы жили в коммуналке «Современника». Аня была в «Современнике» тогда, а я жил просто с ней в ее комнате. Перспективы были туманные ввиду того, что когда ты заканчиваешь институт, в котором... Ну, то есть у меня вот как было... Я учился в школе, потом где как бы... Все понятно, что надо делать, да, ты как-то развиваешься, тебя развивают. Потом сразу попал в институт без особого труда, по большому счету. И там тебя тоже развивали, ты как бы еще противился, как бы чему-то сопротивлялся, но как бы тебе говорили, нет, учись, нет, тебе надо вот это, нет, как бы, нет, фильмы смотри, вот книжки читай, там еще что-то. И, ну, как бы тебя вот так вот вели, и потом это заканчивается, и тебе говорят, ну, давай. И ты как бы остаешься такой в жизни и не понимаешь, что теперь. Ну, я не понял, что мне дальше делать по жизни. Вот. И как бы стал пытаться найти... Мне казалось, что я ищу истину, хотя я занимался, ну, непонятно вообще чем. Курил траву? Ну, все подряд. Дело не в том, чтобы курил траву. Я пытался как бы искать ее в каких-то эзотерических вещах, в Кастанеде. Мне казалось, что сейчас, вот я пойму истину и как бы, и дам ее миру. Вот как бы, вот такое у меня было в голове. Ну, как бы, абсолютно как бы бред. Uh-huh. И Аня, которая как бы трезвейший человек по жизни, она вино даже не пьет. Ну, uh-huh. То есть я все время как бы предлагаю какое-нибудь хорошее вино, ну, сейчас уже, а она как бы все время его не пьет и говорит, что ей просто не нравится. Ну, то есть ей вообще не нравится никакого рода допинг, кроме буэна. Ага. Буэна и нутеллы. Вот. И, короче... Пуэра. Буэна. Знаешь, киндер буэна. Вот такие рифлененькие. Да, киндер буэна и нутелла. Это вот как... Да, ты тоже любишь? Все понятно с вами. Ну, в общем, не ем. Люблю, но не ем. Это не ешь, да? А она ест. Я вино предпочитаю. Вот, нет, возвращаясь, короче, к разговору. И Аня, которая была трезвейшим человеком, рядом с которой был я, который занимался непонятно чем, думая, что она занимается непонятно чем, а я-то ищу истину. А она как бы бытовой человек, который, ну, как бы живет в каком-то материальном мире, а я как бы сейчас пойму, как бы, где суть, И всем об этом расскажу. Ну и как бы вот так вот мы сосуществовали. Переводя на бытовой язык, ты просто бездельничал, да? И пытался... Нет, я параллельно что-то делал, работал там в театре какое-то время, потом, ну, там, сниматься начал. Но как бы глобально внутренне никуда не шел. И вот потом в какой-то момент я просил какого-то знака. Параллельно мы хотели детей. Это, знаешь, ну ты странный, блин, рассказ получается. Но тем не менее, параллельно мы любили друг друга и хотели детей, и в результате в ней появился наш ребенок. Ага. И все поменялось вдруг у меня в жизни. Я вдруг понял, что стоп, материальный мир существует. Подгузники должны откуда-то появляться. Да. Марфа и Акулина. Да. Почему вы такие имена выбрали? Первое имя мы выбрали,
Просто это было единственное имя. Мы уже знали, что будет девочка. Ага. Если бы был мальчик, я хотел его назвать Икар. Но Ане совсем это не нравилось. И в конце концов оказалось, что это будет девочка. И Марфа — это было единственное имя, на котором мы сошлись. И оно нравилось нам обоим. Потому ага. что все, ну, а все остальные... Ну и мы подумали, что если ну, это единственное, на чем мы можем договориться, значит, будет Марфа. И так получилось Марфа. А Акулина уже... мы не планировали имя, просто когда она родилась в этот день, я посмотрел по святкам, какое... Именины были ее. Какие именины была, да, Евдотья и Акулина. А Икара, я так понимаю, это в честь твоего будущего прыжка в Чикемском ущелье, да? Не, Икара — это был символ того, что мне казалось, что с появлением детей я перестану быть свободным и искать вот эту самую истину. И этим именем я дам сыну... ну, как бы какой-то полет, да, и отдам ему, что теперь он может искать дальше. Ну, вот как-то так мне хотелось. Ничего себе у тебя устроено в голове. Вообще капец. Сколько же там лишнего? Да капец, ты не представляешь, сколько лишнего, и как я с этим пытаюсь бороться, и, ну, и структурировать. И на самом деле я очень благодарен Ане за то, что она помогает мне это утихомирить. «Мир, дружба, жвачка», который очень понравился нам, оставляет один вопрос. Есть ощущение, что это просто продолжение быка? Роли быка. А. То есть ты закончил съемку там, я не знаю, что раньше снималось хронологически, но, скорее всего, бык раньше снимался. Угу. Ты вот просто закончил сниматься и просто потом перешел на соседнюю площадку, переоделся в костюм бывшего афганца и продолжил делать похожие вещи. Угу. Ну, короче, меня это вообще никак не смущало. Я понимал, что как бы этот вопрос будет, и что это внешне, и по времени, и по какой-то своей структуре максимально похожие друг на друга, ну, люди. Но как бы на самом деле они очень разные, потому что если бык — это такой фрустрированный фаталист, у которого как бы куча неразрешенных вопросов внутри, и он не может их разрешить, и живет неправильно, и никак, ну, как бы внешне никак это не выплескивает, то Алик в «Мир, дружбы, жвачки» наоборот, как бы такой клоун, который как бы под клоунской маской прячет все свои проблемы, чтобы их никто не видел, даже и, как бы, он сам на них пытается не смотреть, хотя как бы проблемы есть, и ну, таким способом существования он пытается бежать от своих внутренних проблем. Мне понравился сериал, вот мне он нравился до последних 30 секунд. То есть я прям получал удовольствие, все остальное, сумасшедший саундтрек, там, Муджус просто тканью сериала этого стал. Прям круто, здорово, классно. Но последние 30 секунд вот просто захотелось... Как ты делал, когда Бодрова... голос Бодрова, чтобы сделать? Напомню. Вот я примерно... Еще хотелось плюнуть вот так. Ну нахера? Сделали, чтобы он выжил? Ну, это не ко мне вопрос. Ну это же насилие над историей. Ну, не в смысле истории страны, а истории, которую ты рассказываешь. Ну, все, его убили, там крови на всю машину. Ну, зачем? Не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос. Это очень интересно, что с ним дальше будет происходить. Правда, интересно. Ну, то есть ты такие вопросы задаешь, типа, ну нахера, как бы, а как можно на этот вопрос после этого ответить? Ну нахера, а что нахера? Это почему ты мне этот вопрос вообще задаешь? И поделиться болью. Болью? Ты тот человек, понимаешь, в этом как я этот сериал начинал любить. Сначала он начинается, и ты видишь, что там ребята-подростки играют. Играют так себе, ну вот, особенно в первых кадрах, понятно, что это первая сцена и все остальное. А потом вроде начинается живее, и тут на какой-то минуте появляется чувак на моцике, к которому прижаться хочется, понимаешь? Вот сразу объемный такой, лысая башка актера Борисова. И ты думаешь, вот он, блин, наш чувак, будет здесь вот всех за честь, достоинство семьи бороться. Ну, то есть ты как-то начинаешь ему симпатизировать, а потом с ним же происходит и разочарование главное. Не с героем, а с судьбой героя. Ну, наверное, может быть, потому что, ну, как бы, историю надо было дальше развить, а без
той функции, которую выполняет этот персонаж, она как бы немножко бы, может быть, развалилась. Вот я не знаю, у тебя было когда-то, ну, то есть у тебя в выпусках, где тебя видели слабым, ну, очень слабым, да. Но вот, ну, всегда у, как бы, у каждого героя в кино, да, ну, то есть круто найти такой момент, где он очень-очень слабый, потому что, ну, как бы, если люди не видят человека слабым, самое сильное подключение происходит через момент слабости. Ты часто говоришь про религию. Насколько ты религиозный человек? В данный момент, то есть в какой-то момент я стал очень религиозным человеком. Речь про православие? Речь про православное христианство, да. Uh-huh. То есть до этого я начал заниматься йогой, потом в какой-то момент я стал очень религиозным. Это помогло мне как бы очиститься от всех разных метаний и зависимостей, но я про это говорил уже. Вот. И потом в какой-то момент я понял, что, ну, как бы я становлюсь фанатиком и, религиозным. Несмотря на то, что как бы это помогло мне стать трезвым и трезво, ну, смотреть на мир, но я понял, что внутри, к сожалению, внутри религии, так как она какой-то, в какой-то момент исторически являлась рычагом управления массами людей, ну, внутри заложены какие-то штуки, которые, с которыми я не согласен, так скажем. Которые, на мой взгляд... потому что для меня изначально религия, когда я к ней пришел, христианство, это была вещь, которая как бы выводит к свету человека. То есть там есть ряд заповедей, да, постов, молитв и так далее, как бы соблюдая которые, ты, грубо говоря, встаешь на путь истинный. Да? Да. И это действительно так, то есть это помогало мне, помогло мне выйти из темноты, как бы, грубо говоря, прийти там, на дорогу куда-то. Да? Вот. А дальше я понял, что ну, как бы, какие-то из этих правил нужны, ну, у меня как бы сложилось ощущение, что вот это покаяние, да, в котором как бы существует православный христианин, что оно как бы граничит с рабством. Uh-huh. И я до сих пор не ответил для себя на этот вопрос. Потому что как бы отдаляясь от религии, я ощущаю опять эту темноту. Приближаясь к ней вплотную, я как бы ощущаю... Ну, то есть там так и говорится, что ты должен, ну, то есть стать, что рабом, тогда как бы ты, теряя себя, ты обретаешь себя. Uh-huh. Вот, но ну, я не рабом, могу... а покорным скорее. Нет, рабом. Uh-huh. Рабом Божьим. И ты держишь середину? Ты пытаешься держать середину? Я пытаюсь ее... Да, не слишком далеко, не слишком близко? Я пытаюсь ее найти, и поэтому я говорю, что я верю в Бога, ну и что как бы... Ну, у каждого какая-то своя связь с ним. И она должна быть такой, на мой взгляд. И это не должно, здесь не должна участвовать религия или там, ну, храм. Если это помогает тебе каким-то образом, и ты чувствуешь, что это помогает, окей. Но это не должно, ну, то есть, ну, я не знаю, у меня как бы нету ответов на все эти вопросы. И с каждым мгновением только больше и больше вопросов, на которых как бы нет ответа. Но как-то, наверное, что-то будет ясней. Но единственное, что я знаю, что после смерти ничего не кончается. Мне понравилось. Откуда? Ну что ты очкуешь-то? Юрец, ты как? Нормально? Не, не только же я боюсь.
сколько агрегату этому лет? 45, говорю, было прошло. 45? А-а-а. Все, погнали. Да. Короче, есть два варианта попадания на прыжки. Первый через зиплайн, ну, то есть просто тянутый над ущельем, и по нему на роликах проезжаем. Второй вариант, это типа еще не прыжок. Ну да, это такая лайтовый экстрим. И я руками должен держаться? Нет, ты будешь висеть в системе, пристегнутый, можешь вообще не держаться. Да, конечно, конечно, да ты че, да, да. Все, погнали, че ты остановился? Это прям то, что надо! Да, ты прыгаешь, вот оттуда ты будешь прыгать. Откуда? Вот оттуда, с красного помоста. Куда, вниз? Да. А где красный помост? Вот с того? Вот с того, да. А вот туда мы приедем на зиплайне. Ну, это лайт. Ну что, как ты думаешь, есть вариант, что ты не прыгнешь? А, ну, смотри. Он всегда есть. Кажется, сколько там, 50 метров, какая-то шняга, но когда ты смотришь сбоку на эту скалу, у меня просто начинает дрожать все. Возможно, это опять самый счастливый день в моей жизни. У тебя много таких было? Да. Очень. И вот опять. Че, кто первый поедет? Давай испробуем пока. Кто победил, тот проиграл. Кто победил, тот первый. Да. Цу-е-фа. Цу-е-фа. Ага. Так, 1-0. Цу-е-фа. 1-1. Прям киношно. Цу-е-фа. Бля. Блин, сердце, я чувствую, как оно бьется. Да, колотится? Да. Опа! Ну что, я погнал тоже? Это очень круто. Спрашиваю, готов? Говорите, да, готов, даже если не готов. Дальше будет обратный отчет. Внимание, прыжок, ready, set, go. На go отталкиваемся и прыгаем. Готов? Да? Все, внимание, прыжок, ready, set, go, пошел. Все, можно не прыгать? Нет, надо там точно так здесь. Если что, прыгает Серега. Это кадр, да, блядь. Мы сейчас не прыгаем. Да, мы не прыгаем. Прыгает Серега, а мы наблюдаем. Так, руки поднял, смотри. Ну все, он уже победил, а я еще нет. Вот у него сейчас процесс в голове происходит, он там качается, прикинь. Крутяк! Теперь я! А чё штаны? Сухие! Реально сухие! Смотри, 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 смотри! Я знаю, что это был самый некрасивый прыжок в истории Чегема, но, друзья, хоть такой, для меня это уже победа! Победище! Сказать нечего. Надо делать. Блин, а вот сердце, оно прям вот так вот. Юрия, давай! 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 Что, готов? Ну, да, готов. Да. Давай. Внимание, прыжок. Ready, set, go, пошел! Пошел!
вообще не помню, как я прыгнул. Просто стерто. Блядь. Вообще чума. Такого со мной никогда не было. Юрец! Ну чё, капец? Ну давай, чё? Короче, ты исполнил мою мечту. Ребята, реально, спасибо вам. Я мечтал об этом всю жизнь. Когда мы снимали Камчатку, мы думали, что вертолет это страшно. Вертолет это вообще не страшно в сравнении с этим. Вообще, а то совсем. Серега Лунков выходит. 5, 4, 3, 2, 1, go! Блин, как хорошо! Это самый пластичный центнер, который прыгал с этой скалы. Какие-то вещи, которые страшны. Надо даже вот так вот криво, косо, всрато, я, но делать. Просто даже корявое действие лучше красивого бездействия. Вот это я понял. Извините, если какая-то патетика и пафос, ребят, но вот вы посмотрите вот то, что нас вокруг окружает, вы посмотрите и потом поймете, пробирает здесь на пафос или нет. Ты не раз говорил, что обсуждать политику с актерами бессмысленно. При этом тебя... А, я думал, когда же ты про «Союз спасения» спросишь? При этом ты не кажешься человеком, которого не волнует то, что происходит вокруг. Почему тогда бессмысленно? Смотри, почему бессмысленно? Потому что я вот могу за себя сказать, что вот у меня постоянно меняется настроение. И на меня совершенно нельзя положиться в чем-то, да? И как бы как можно положиться, ну, то есть на человека, у которого постоянно меняется, который сам нестабилен в каких-то политических взглядах, да, или в том, как бы, на что он и как смотрит. Ну, то есть, да, исходя из всего того, что я тебе сейчас говорил, ты понимаешь, что как бы могу сегодня думать, что это так, а завтра понять, что оно по-другому. И как бы как положиться на меня, вот в этом смысле. Ну, то есть ты переменчив, ты увлекаешься. Увлекаюсь, и часто не тем... И часто эмоционально, не думая о том, что это не как бы ну, очевидно. То есть, грубо говоря, ты сегодня можешь быть за Путина, а завтра против. Да. Причем у меня реально так. Ты снялся в ролике в поддержку узников московского дела. Да. В 2017 году на своем канале «Блог Жукова» в YouTube я разместил видеозаписи. А через 2 года, в 2019 году, Следственный комитет почему-то решил обратить на них внимание. Почему? Ну, потому что я считаю, что так быть не должно. Как? Я считаю, что нельзя закрывать людей, которые вышли на улицу, чтобы что-то сказать, то, что они хотят сказать, они имеют на это право. До этого ролика, хронологически до, а вышло после, ты снимался в фильме «Союз спасения». Я всегда считал, что сложная подготовка к эфиру была с Пашей Деревянко. Потому что я посмотрел в процессе подготовки, в числе прочего, «Ржевский против Наполеона» и «Гитлер капут». Паш, прости, пожалуйста, что я так говорил. Это была простая подготовка. Потому что, готовясь к «Юрцу», я вынужден был посмотреть «Союз спасения». Не только обзор «Бэткомедиана», не только, но и весь фильм. Не кажется ли тебе, что сняться сначала в фильме «Союз спасения», пусть и не главную роль сыграть, а эпизодическую, а потом в видео в поддержку узников московского дела, это немного прям противоречащие вещи? Да, наверное. Но в тот момент я не думал о том, какой посыл может быть у этого фильма. Больше того, я не читал сценарий, потому что мне его не давали. А мне его не давали, ну, наверное, потому что я был... позиции, когда со мной вообще никто не разговаривал. Почему? И, ну, в тот самый момент, когда никто из продюсеров меня не утверждал. И, ну, типа эпизодический артист. Ну, вообще какой-то не артист, а артист или не артист, непонятно.
И, как бы, естественно, мне никто ничего не давал. Я брался за любую работу, которую только давали, где давали, чтобы хоть как-то, как бы, хоть где-то пробить себе, как бы, дорогу. Вот так. Тебе понравился фильм? Нет. Почему? Потому что я считаю, что с точки зрения искусства это бессмысленно. А как политическая акция, это тоже какое-то странное высказывание. Потому что, когда была премьера, Константин Львович сказал нас со сцены, что мы не встаем ни на чью сторону. Мы просто покажем вам историю. Потом я посмотрел кино, ну, и подумал, ну нет. Там есть страна. Там есть страна, да. Если согласиться на ряд предложений на определенных условиях, то быстро становишься зависимым человеком. Быстро станет неинтересно тебе, неинтересно им, все на этом закончится. Сгоришь, как спичка. Послать всех нахуй — другая крайность, после которой все скажут, что с этим чуваком невозможно иметь дело. Он нигилист, как Вася Березин. Расскажи, кто такой Вася Березин, для тех, кто не в теме современного русского театра. Короче, вот здесь вот есть особняк заброшенный вот в той стороне. На Покровском бульваре. Да. Вот, я как-то проходил мимо, зашел, посмотрел, и там, ну, были разные люди, которые жили в этом особняке. У них нет окон, нету батареи, нет никакого ремонта. Это просто, ну, как бы заброшка. Но они ее арендовали вот в таком состоянии, в котором она была, у чувака, который сдавал, как бы, этот двухэтажный особняк. Собственно, я встретил там Розу Хайруллину вечером однажды. Она говорит, мы с Васей Березиным сейчас делаем тут спектакль. Хочешь, заходи, посмотри. Я остался, через полчаса был этот спектакль. Это просто был спектакль на заброшке, на него не продавались билеты. То есть люди узнали о нем как-то вообще... Сарафаном. С каким-то, да, сарафаном, каким-то постом в Фейсбуке, может быть, еще как-то. Но я не углублялся, uh-huh. как они об этом узнали. Там было человек, может быть, 20, да? Кого-то я даже знал, и как бы вообще был сюрпризом, как бы, как люди об этом узнали. Вот, они туда пришли, и это просто... Как, там были какие-то дети, играли в этом спектакле. Это выглядело как художественное произведение? Абсолютно. То есть не просто как такая... Нет, это был, ну, как бы, был поставленный им как бы спектакль, а-а-а. Где на заброшке, где нет никаких условий, как бы, ну, к театру. Как бы вот так сделан свет из того, что было. И за окном, как за окном, окна нет, ну вот там, в общем, ходит трамвай, да, что-то, ну и Роза Хайруллина, которая все это очень, как бы, которая, ты, ну, знаешь ее? Да, ну она очень такой необычный, тонкий человек. Человек, да, и она все это ловит, и, ну, как бы с ее посыла это становится волшебным. Mm-hmm. Вот, и я вдруг понял, что это, ну, то есть вот прямо сейчас я вижу настоящее, честное искусство, которое не продается, не, которое нельзя будет посмотреть через 5 минут. Например, 5 минут все сидят и просто смотрят на стену. И это часть постановки? Ну, например, да. И там трамвай ездит, что-то тишина, ветер дует через окна, через эти. И ты такой думаешь, что это абсурд какой-то. Ну, ты сидишь, и все. Магия возникает от того, что 20 человек сидит и смотрит, и, ну, как бы делает это одновременно. И, ну, я понимаю, что кому-то покажется, что это какое-то, ну, как бы, каким-то сумасшествием. Ну, эпатаж ради эпатажа. Ну, грубо говоря, да, но я в этом вижу настоящее искусство. Не для всех. Так получается, что у тебя есть сразу несколько ролей в фильмах, которые пропагандистские. Блин. Как так получилось? «Союз спасения», там не главная, незаметная роль, но все равно. «Калашников» и «Т-34». Для меня не является критерием отбора при выборе материала, будет ли он пропагандистским или не пропагандистским. Для меня критерием отбора, по крайней мере тогда, являлось, будет ли мне интересно это делать с этими людьми или не будет. «Калашникова» мне было интересно делать, потому что я хотел сделать персонажа, который создает оружие, ну, сахаровская тема о том, ну, как бы, когда он создает оружие и понимает, что он создал оружие. Да, и страдает из-за этого потом. Да. Еще я хотел подумать о том, как бы, что руководит человеком, который берет и создает оружие. Ну, то есть там во благо, не во благо, это, ну, то есть, короче, какие-то исследовать его комплексы, которые
заставляют его это делать. Может быть, неосознанно, может быть, еще как-то. Но в результате как бы получилось так, что я слишком сложно думал об этом кино, сложнее, чем, чем нужно было конкретно для этого кино. Поэтому там не получилось того, что я хотел. Это мне урок о том, как бы, что нужно внимательнее выбирать. Внимательнее выбирать просто. Вот так вот. Режиссеров фильма. Режиссеров фильма, материал и твой взгляд. Ну, то есть внимательнее пробовать вместе. Вам по пути вместе или не по пути, или вы будете только мучить друг друга, как бы, теня в разные стороны. То, что вы делаете. Т-34 в тот момент, когда начинал с Т-34, это было еще до «Союза спасения». В тот момент я вообще нигде не снимался. Была история такая. Я пошел на пробы, приехал на пробы, попробовался и думал, что меня утвердили на главную роль. Да, ты рассказывал это не один раз, в том числе на Урганте. А в итоге выяснилось, что выяснилось, что что не главная роль, но тем не менее, как бы мне хотелось сниматься, и хотелось и с Сашей поработать, и с Лешей Сидоровым поработать. И вообще поработать в таком большом кино, у меня такого никогда не было. И для меня это было что-то невероятное. Я думал, что это вообще нереально, что я попал в такое большое кино. И я вообще не знал, как все это работает и устроено. Понравился фильм? В первом варианте сценария, который я читал, в конце фильма Ивушкину отрывает руку, а все остальные персонажи погибают. Потом Леша это изменил. И в результате кино стало... Ну, наверное, он его таким видит. Но как бы оно стало не таким жестоким, а более каким-то... Как это правильно слово подобрать? Жизнеутверждающим или каким? Ну, какое правильное слово тут подойдет? Я не знаю. Более развлекательным. Может быть. Нет. Наверное, для него это будет оскорбительно. Потому что он очень ранимый человек, и я знаю, что он это услышит и посмотрит. И я его очень люблю и уважаю, потому что он горит своим делом бесконечно, и дай бог каждому такого горения своим делом. Вот. И вот тот вариант, когда как бы все было жестче, и как бы мне был гораздо ближе, и я бы хотел посмотреть такое кино. Но это Лешино кино, и оно такое. Твоя роль. Кто ее придумал? Мы с Лешей ее придумали. Разрешите обратиться, товарищ командир? Разрешаю. В чем состоит наша боевая задача? Я не знаю, я просто прочитал, когда я узнал, что я буду играть не главную роль. Я прочитал такие, в тот момент такие мне прислали сценарий. И я прочитал свою роль. Она, то есть фамилия была Ионов. И у меня почему-то в голове возникло перекликание с Иовом. Просто буквенное. И мы с Лешей начали фантазировать на эту тему и придумали, что вот что он там из многодетной семьи, что он должен быть ранимым, тогда он может быть как бы художником, что он должен быть связан с верой. Где надоело богодетки грузить? Я лучше в бой. А гнусавость кто придумал? Гнусавость я придумал. Леша очень долго сопротивлялся, просил меня этого не делать. Почему? Потому что он боялся, что он будет слишком... Что он будет не воином. Что будет кривлянием. Что это будет кривлянием, и что он будет слишком юродивым для того, чтобы быть воином, который может воевать и быть сильным. В итоге потом все к этому привыкли, и как-то все пошло своим чередом. Я каждое утро запихивал вату в нос, и меня начинало оттуда течь из-за этого, потому что, слизистая раздражается. И оттуда течет постоянно. И у тебя ты можешь дышать только ртом. Из-за этого такой голос получается в нос. Я вчера здесь ночевал, я сейчас пока осматриваю окрестности. Вы так путешествуете в Америке, да? Да. Что, реально сухо сюда доехать? А сколько это километров? Двух с половиной. Двух с половиной? А сколько вы делаете по времени? Ехал 17 дней. Вы не против, что мы вас снимаем? Нет. Без остановки? Да. Как ночевал? Ночевал, да? А как, в палатке? Да, естественно. Иначе бы я не тащил все это. А что за велик такой? Обычный. Просто велик? Да.
Что у вас написано? 100 лет как, кому? Каримову? Мустай Каримову. Это я еду от Русского географического общества. А дальше вы куда двинете? Дальше я поеду на турбазу Башиль. Там есть гора, пик Мустай Каримов. И вы вот туда, да? Да. А кто это такой? Это башкирский писатель. А. Еще раз, 17 дней вы в пути на велике? Ну да. А где вы ночуете? В палатке. Вы едете, ставите палатку? Да. И еда у вас с собой есть, да? Ну, да, я же еду по дорогам, ну, в городах закупаюсь. А чем вы занимаетесь вообще? Я на заводе работаю. Кем? Слесарем. И у вас такое хобби? Да, почему бы и нет. Офигеть. Это у вас отпуск, да, сейчас? Да. А седло не жесткое? Нет, это Брукс. А что это значит Брукс? Брус? Брукс. А, Брукс, извините. Я думал, деревянное. Английские седла. А можно чуть-чуть проехать? Попробуйте, правда, о, педали такие. Да не, я нормально так чуть-чуть попихаю их. Тут легкая передача стоит. Реально удобно. А у вас друзья кто-то тоже этим занимается? Или только вы? Ну как, друзья-то естественно занимаются. А коллеги, вот есть, например, кто с вами в цеху работает и похожее увлечение у него? Да, есть. Блин, как клево. И вы вместе, бывает, куда-то гоняете? Бывает, да. Ну, не на такие большие расстояния. А семья есть у вас? Да. И что говорят про хобби? Ничего. Уж это лучше, чем бухать. А вы вообще не пьете? Вообще не пью. А раньше пили? Да, выпил раньше. И вот велик, в том числе, спасение от бухача? Да, да. Вы просто переключились на спорт? Спорт пришел позже. Я просто сам для себя бросил. И, ну, потом, да, естественно, спорт. А здесь что такое? Здесь сумочка просто. Всякая ерунда. А, ну всякая тут зарядка. Да. О, блин, как удобно. А у вас, ну, ну, у вас тоже как у кентавра, да? Я это понимаю, это ноги. Что? У вас ноги как у кентавра, наверное. Нет. Ну, 17 дней крутить педали. А вы потихоньку, о, да? О, YouTube-то смотрите, вот. Ну, конечно. Хованского? Конечно. Вы Хованского смотрите? Ну, как же. Иногда смотрим, когда делать нечего. О, ну это когда очень нечего, я думаю. Но. Хотя 17 дней крутить тут не только... Я, правда, вы... не только Хованского, тут старые выпуски Ларина будешь пересматривать. Вы на ходу, правда, да, смотрите? Да, конечно. Нет, нет. Нет? Александр, вы очень крутой. Да. Просто, чтобы мы знали, что так... Так, такие хобби могут быть. Удачи, нет, вам. Много таких ездит. Много. Удачи. У меня теперь появилась новая мечта. Да. А почему мечта? Взял велосипед да поехал. Нет, ну, ну да, действительно. Две с половиной тысячи. Твоя цитата. Цель... стать востребованным артистом и двинуться на Запад. Я все правильно расслышал? Да. Поступают какие-то предложения международные, я там записываю самопробы. Угу. Я еще нигде не снимался, кроме вот этого фильма с финским режиссером. Но мы его снимали здесь, в России. На русском языке или на английском? Я говорил на русском. Больше у меня международного какого-то опыта пока нет. И ну, единственное, что как бы, у меня нет цели двинуться и как бы остаться там. Я бы просто хотел бы не иметь границ в работе. То есть им мочь работать и там, и чтобы вот это количество предложений, которые есть, чтобы оно не ограничивалось только нашей страной. Но я абсолютно понимаю, что, как бы, что я никогда не смогу стать, ну, наравне с какими-то международными актерами, потому что я русский. Ты говоришь по-английски? Говорю, но не так, как это должно быть для того, чтобы играть международную роль. То есть я смогу играть только русских. И, ох, ну, как бы... Когда-то это были только бандиты, сейчас как бы круг стал шире, это еще всякие программисты. Недавно я записывал пробы на чувака, который создал Тетрис. Снимают американцы? Или европейцы? Немцы. Прошел, нет? Ну, мне пока ничего не ответили. А если сниматься, то на английском? Ну... Там это как бы подходит. Это русский, который говорит на английском. А, то есть можно ломаный иметь? Ну да. Или не идеальный? Ну да, да. Нет, я готовлюсь. Я, ну, то есть я занимаюсь каждую неделю английским. О. Но, ну, как бы, пока ты не попадешь в среду, ты в любом случае не выучишь его нормально, не будешь говорить на нем. Ну вот, вот когда, знаешь, когда выходят новые эти
яблоки. Ну да, 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 операционные системы. Там все время какие-то новые крутые заставки на рабочем столе. И вот это вот похоже на это, только гораздо круче. Есть место, в котором ты мечтаешь побывать? Место? Ну невозможно, вот, вот глядя на это да. невероятное, говорить, не говорить о географии, о том... Мне кажется, что глядя на это невероятное, вообще говорить не нужно. Давай тогда просто сейчас. Нарезка красоты, без единого слова. Димон, сделай, пожалуйста. Блиц, я спрашиваю коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Театр или кино? Новая форма искусства. Какая? Никто не знает пока, но я бы хотел ее найти. Типа как у Васи Березина вот эти спектакли с коровами, да, например. Не знаю, какая-то, ну то есть мне... У него есть с коровами есть спектакль? Ну они один раз делали, Роза Хайруллина шла с коровами и читала им слово о полку Игореве. Это перформанс, типа, называется, наверное, ага. можно это так назвать, можно спектакль назвать, но я не думаю, что это требует какого-то определения, но просто это была единичная, как бы, штука, ну, и у этого было какое-то количество зрителей. Ну, вот что-то такое бы я бы хотел бы делать, если честно. Я понимаю, что, как бы, для, может быть, для большинства людей сейчас это покажется каким-то бессмысленным бредом, тем не менее, я для себя в этом смысл нахожу. Саша Петров или Сергей Безруков? Саша Петров. Михалков или Балабанов? Балабанов. Лучший актер в России прямо сейчас? Топ-1. Пускай это будет Филимонов. Филимонов? Да, Леша Филимонов. А кто это? Клево. Леша Филимонов парень, я не знаю, может, смотрел короткометражку «Ощущай», «Ощущать». Опять же, я всю свою жизнь основываюсь на ощущениях, и вот как бы от этого человека как бы у меня какие-то очень крутые ощущения. Он в «Быке» играл одного из точно же. Бандосов. Да. Лучшая актриса в России прямо сейчас? Их так много, крутых актрис. Я снимался только что с Ксенией Рапопорт. Это невероятная космическая актриса, которой абсолютно все равно на популярность. И, ну, как бы такие какие-то невероятные вещи находят. Я очень мало с ней смотрел фильмов. Давай назовем ее. Да, ну, просто от того, что я видел, как в той работе, которая у нас сейчас была с ней, это невероятно. Сняться в порно или отрекламировать поправки в Конституцию? Сняться в порно. Почему? Ну, потому что это нечестно рекламировать поправки в Конституцию. Даже если бы они... Даже если бы они... несли положительные изменения, вот так вот скажем. Я просто думал, ты скажешь, да я и так бы в порно снялся. Сколько тебе будет в 2036 году? Сейчас 20-й год? Да. Мне 27? Да. 43. Сколько тебе было в 1999? 7. И финальное. В чем сила? Боги. Юрий будет дуть, дуть будет Юрий. Конкурс. А что ты принес в подарок? Я принес в подарок Олимпийку, главной героине сериала «Мир, дружба, жвачка». О, рыжие девочки, да? Да, но это, к сожалению, не та Олимпийка, в которой она снималась.
Это... Размер великоват, по-моему. Да нет, размер на самом деле у нее был такой же, просто да? Была там подзакатана, раззакатана вся. Ага. Вот, но это реплика той Олимпийки с всякими сувенирными значками. В общем, она достанется, ты скажешь, кому. Она достанется следующему человеку. Я когда готовился, пару раз натыкался на то, что тебя называют быком по аналогии с тем фильмом, по воспоминаниям с тем фильмом. Но мы хотим, мы обожаем историю, когда зрители придумывают прозвище в комментариях людям. Давайте придумаем Юрцу прозвище такое, чтобы бык к нему либо отклеилось, если оно отклеится, либо не приклеивалось. Чем оригинальнее будет это прозвище, в идеале, конечно, чтобы было объяснение, и обязательно, чтобы это было в закрепленном комментарии, там же, где и тайм-коды. То, которое будет оригинальнее и веселее всего, тому мы и вручим эту Олимпийку. Юрец, спасибо за эти несколько дней, за это путешествие и за вот этот вот эффектный прыжок.